Постоянный кашель, слабость и потеря веса. С недавних пор жительница Саратовской области Альфия Нигметова начала замечать эти симптомы у своего отца. Делится, вариант онкологии отметали до последнего, но первая же томография показала новое образование в легких. Раздумывать не стали, лечиться решили только в Самаре. Самара, мы знаем то, что развивающийся город, не стоящий на месте, идущий вперед в плане и медицины, далеко шагнула. Здесь работают большие профессионалы, знающие свое дело, умеют помочь и поддержать. Отделение эндоскопии, где проходит диагностику отец Альфии, ставит настоящие медицинские рекорды. Благодаря новейшему оборудованию, установленному в рамках нацпроекта здравоохранения, здесь научились диагностировать рак желудочно-кишечного тракта на самых ранних стадиях. Уникальные методики самарских онкологов сегодня на особом контроле экспертов как других регионов, так и стран. В столицу прибыла делегация из Дубая, экономического хаба всего Ближнего Востока, с целью обмена опытом и обсуждения перспектив развития медицинского туризма. Тот опыт, каким обладают ваши врачи, он в разы превышает опыт медиков из других стран. Восхищает и уровень медицинских разработок. Это ваше уникальное торговое предложение. Кроме того, клиника предлагает сопровождение на все время пребывания в Самарской области, начиная от встречи в аэропорту, заканчивая халяльным питанием и походом в магазин. Самара готова предложить высокий уровень сервиса. Здесь прекрасная инфраструктура, и это очень выгодно для медицинского туриста. Мы понимаем, что для нас это оказывать качественную медицинскую помощь не только жителям Самарской области. Те возможности, которые нам дал регион, почему им не могут пользоваться жители Российской Федерации, да, которые к нам приезжают, почему этим не могут пользоваться жители других государств. Сегодня 90% приезжих пациентов Самарского онкологического диспансера – жители Приволжского федерального округа. Периодически здесь лечатся и граждане бывших стран СНГ. Специалисты клиники разработали проект развития экспорта медицинских услуг, в рамках которого без ущерба для местных пациентов будет развиваться медицинский туризм. Проект заслужил высшую оценку на всероссийском конкурсе «Экспортер года». Виктория Шарая, Гульфия Сафина, Максим Гусев. События.